Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Вихай, и это канал Оригами Вперед. Сегодня я вам покажу, как сделать вот такой вот конвертик из бумаги. Тут есть такая крышечка, можно сказать, и такой мешочек, куда можно положить само письмо. Для начала подпишитесь на канал и поставьте лайк, но мы начинаем. Для этого нам нужно взять обычный листок А4. Дальше складываем его таким треугольником. Вот таким. Дальше мы режем эту часть. Если получается чуть-чуть неровно, это ничего страшного. Получился вот такой треугольник. Мы раскладываем и складываем пополам. Вот что получилось. Раскладываем еще раз и делаем треугольник. Теперь линии, которые у нас есть, вот, которые у нас есть, мы ровно по ним делаем треугольник. Берем кончик и делаем такой маленький треугольничек. С другой стороны делаем то же самое. Вот что получилось. Уже похоже более не менее. Но это еще не все. У нас есть две части, а не одна. Получилось две. И одну из этих частей мы складываем. Переднюю часть именно. Вот что получилось. Дальше. В этих треугольничках тоже есть мешочки. Такие. И мы складываем один треугольничек в другой. Вот так, чтобы получилось. Потом эту часть ложим туда же, где мы сгибали вот эту. Туда же ложим. И получается крышечка вот такая. Можно ее открыть, а тут уже будет такой мешочек. С вами была Вихай. Желаю всего хорошего, чтобы никто не болел. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!